Как сложилась судьба супруги генерала Рухлина? Боевой генерал Лев Рухлин прошел Афган, но более запомнился российскому народу по первым тяжелейшим месяцам Чеченской войны. Тогда во многом благодаря лишь его военному искусству российским войскам удалось овладеть городом. Жену Льва Рухлина, которую обвинили во всем произошедшем с мужем, отправили на 8 лет в места не столь отдаленные, затем срок скостили до 4 лет. После освобождения, как говорят адвокаты Тамары Рухлиной, власти перед ней даже извинились и выплатили крупную компенсацию 8000 евро. Генерала убрали из-за планирования им переворота против Ельцина. Сейчас Тамара Рухлина живет в Москве, у метро «Молодежная», на скупленные в браке средства, а также на пенсии мужа и сына.